динамика роста. А есть еще... Так, давай главное покажи. Главное. Так, ну вот. Тут все как мы планировали, да? Да? Да, мы вместо звездочек только монеточки сделали, чтобы отображалось. Типа, если так. Больше миллиона, то будет уже монеточка и сумма, сколько комиссии за год. Вот, хорошо. Ну и рекорды мы добавляем, правильно? Они здесь будут. Вы еще не дорисовали, вот, верно я понимаю? Вот они, рекорды. А вот с этой стороны, да, вы сделали? Можно будет управлять. Слушай, а на мобильной версии как будет? Мобильный дизайнер еще пока не отрисовали, но, скорее всего, можно будет... Вот мы, кстати, обсуждали, что сначала на мобильной отрисуем. Ну ладно, этот можно здесь пока. Да. Ну, на мобильной можно сделать, чтобы оно на весь экран, да, отображалось. Ну давайте, мы же обещали, что как можно быстрее. Да. Да. Так, вот сейчас покажем, как получается. В общем, вот такая главная будет у нас по светофору. Тут рекорды будут компании, тут вся динамика будет, можно будет проваливаться. И по каждому карточка вот такая будет, чтобы структуру сделок понимать. Динамика там за год можно будет смотреть, за 3 года, за год, за 6 месяцев. Данные, ну, мне кажется, удобно, да? И фотография. Фотография больше должна быть. Посмотрим. Потому что когда межрек смотрят, я смотрел, да, лицо смотрят, ты куда-то смотришь, что мы называется. Мы еще сюда хотим вывести конверсию по межрегу сюда именно в карточку. А, в карточку, да, как обсуждали. Да, в карточку, да. Потому что у некоторых может по нулям быть, и если мы выведем в общую табличку, так, будет... Так, когда мы все это представим? Потому что сейчас многие смотрят, я уверен. Антон, давай, ты как наш... Так. Расскажи, как тимлид. Ну, на самом деле, сейчас работаем на опережение, то есть уже не дождались окончательного этапа макета, именно по дизайну, уже начали разрабатывать, чтобы бэковую часть заложить и уже перейти непосредственно к фронту. Так, вот. Все увидят новый светофор. По срокам. Сейчас мы ориентируемся на релиз, который будет 26 января. Вот. 26 января, да? К тому моменту мы уже должны представить прототип, который будет, в принципе, полностью так, соответствовать, ну, требованиям и конкретно, работать. Если говорить, 27 января наши риэлторы зайдут в рез и увидят уже все по-новому. Да, снимем ленточку. Там, не знаю. Все, коллеги, все запомнили, 27 января у нас абсолютно новый светофор. Взял проект отлично в разработку светофоров и 27 января, ну вроде мы быстро успеваем, да, все нормально. Вообще, да, если никаких эксцессов прям каких-то кардинальных не произойдет, то мы еще знаем, что многое может меняться, но вообще в целом Антон, мы нацелены на результат. Антон у нас тоже футбол играет, мы иногда футбол вместе играем, так что я уверен, он сможет. Так, ну ладно, все, спасибо. Все делаем для этого. Да.